Сегодня мы находимся на стрелковом комплексе. Сегодня мы разберем с вами одну из ошибок, которую делает абсолютно, ну, наверное, практически процентов 80 охотников на охоте. Что я имею в виду? Каждый охотник практически, да, наверное, ну, про 80% стреляет с постоянным упреждением. И в этот момент он делает ошибку. То есть какого рода? То есть, если мы понимаем, что у нас упреждение примерно такое, когда вылетает у нас мишень, утка или дичь, мы должны встать в это упреждение, сравняться с ее скоростью, пройти какое-то время, и когда только у нас будет ружье по отношению к мишени скорость 0, мы нажимаем на спуск. И там, допустим, бах, или снизу бах. Обязательно встали в упреждение, прошли, прочитали, как летит утка, дичь, тарелка, заяц или еще что-то. Прошли вместе с ней, только после этого мы нажимаем на спуск.